Модель Лена Перминова в четвертый раз стала мамой. 34-летняя Елена Перминова и 61-летний Александр Лебедев принимают поздравления с рождением своего четвертого ребенка. 15 мая модель родила сына Сашу. Сашей мальчика назвали в честь папы Александра Лебедева. У меня сегодня ночью родился малыш. На 3 недели раньше срока. Слава богу, все хорошо. Теперь я мама официально. 4 детей. Не верится. Добро пожаловать в этот мир, наш Сашенька. Пусть твой путь в этом мире будет полон любви, счастья и просветления. Для меня большая честь пройти это приключение вместе. Написала в Инстаграм Елена. Судя по снимкам в Инстаграм, отец ребенка присутствовал при его рождении. Елена Перминова и Александр Лебедев вместе уже более 15 лет. А ведь поначалу роман Перминова и Лебедева начался с криминальной истории, когда Александр был депутатом Госдумы и лоббировал принятие закона о защите свидетелей, к нему обратились с просьбой защитить 17-летнюю девушку Елену. Перминовой грозил тюремный срок за участие в распространении запрещенных веществ. Спустя несколько лет она рассказывала в интервью Ксении Собчак, что распространять запрещенные вещества ее заставлял бывший возлюбленный, который в итоге сел в тюрьму. Лебедев помог Перминовой избежать такой же участи. Девушка отделалась условным сроком. Отца своих детей она называла своим ангелом-хранителем. Он помог ей стать известной моделью и основать благотворительный проект. В начале 2020 года Елена наконец получила от Александра предложение узаконить свои отношения. Однако свадьба до сих пор не состоялась. Помимо новорожденного Саши, у Елены и Александра 3 общих детей – Никита, Егор и Арина. Также у бизнесмена есть взрослый сын – Евгений, от предыдущего брака с Натальей Соколовой.